В магазине Доброцен куплены три такие розы по 99 рублей. Агрохолдинг «Поиск». Ценник совсем дешевый, поэтому интересно, что вырастет. В очень хорошем состоянии. Все пророщенные. Вот почки проклюнулись. Сейчас покажу, какие корни. Залиты типа воском. Вот такие. Вот, завернут очень хорошо. Мокрая внутри. Влажная такая среда. Ну вот, кстати, здесь, конечно, вот такие корни. Плохо видно, если честно. Белых почти нету. Ну вот, беленькие, да. Значит, все в порядке. Очень плотно упаковано. Ну вот, сейчас посажу. Посмотрим, когда зацветут. Обычно в магазине ценник идет от 250 рублей, а здесь всего 99. Ну чего не взять? Хорошо, да? Подробно написано местоположение, с какая высота будет, цветение, все так, все как надо. Данные. Ну и подробное описание, что такое, как и где. Полное соответствие. Только прошло больше недели, как зацвела. Меня не было дома, чтобы снять красоту в начале цветения. А это второе цветение уже, конечно, гораздо красивее заканчивается. Это цветение второй розы. Вот такая. Вот. Европа. Флорибунда. Тоже полное соответствие. Ну, а это третья. Экзотика. Обычная чайная гибридная. Тоже полное соответствие. Поэтому можно смело покупать недорогие красивые розы в Доброценах.